Ваш день особливий і потрібно у цьому дні знаходити час завжди на себе. Ви знаєте, друзі, ми от вам не дарма щоранку нагадуємо про те, що день у вас буде позитивний, усміхнений. І перш за все, перш ніж давати вам пораду, ми її пропрацьовуємо на собі. Ми от сьогодні колективно так вирішили, що будемо піднімати важливе питання для кожного з нас, тому що щодня важливо знайти хвилин 20-30 для себе і просто кайфувати, і нічого не робити. І нам сьогодні у цьому допоможе психологиня Віолета Левіна. Доброго ранку. Доброго ранку. Знаєте, одразу запитання. Світ, весь час кудись біжимо, багато клопотів, на все треба знайти час. А от як знайти час на себе? Ну, це складно. Так. Це, звісно, складно, але можна. Звісно, ми нікуди не можемо діти своїх дітей, мужей, роботу і як би їх відставити. Я от сьогодні відпочиваю весь день. Ну, иногда это удается, но не всегда. Наверное, нужно начинать с маленького. То есть нужно по чуть-чуть. Например, 30 минут утром, пока все спят. Вы можете сделать очень много дел для себя. То есть это подумать о том, какой будет ваш день. Это вспомнить о том, что вы вообще хотите, какие ваши цели. Лучше всего с вечера записать ваши цели, ваши планы на утро. Это поможет вам, ну, получить менше стресу. Знаєте, тут таке питання про стрес. Все ж таки ми кажемо, подумати зранку про це. Ось останніх два дні через цю погоду я адаптуюся, і перше, що я думаю, чому він так голосно дзвонить будильник, і подумати про себе ти просто не маєш сил. Як все ж таки перейти у цей момент і, умовно кажучи, завдяки яким діям чи похвалам навчити себе все ж таки зранку подумати про себе, а не про турботи, про щось там ще, що снідати і як закінчити день? Так, да, сожалению, ми просипаємося и уже испытываем стресс от будильника. Вот. Но как бы вы не сможете, если у вас нет времени, если вы опаздываете, у вас нет этих 30 минут, конечно, вы не сможете расслабиться и как бы так вот. Но если вы с вечера написали, что вам нужно делать, стресс уменьшается. Потому что планирование всегда уменьшает стресс. Вы как бы контролируете свою жизнь. И, естественно, достигаете намного большего. Потому что, допустим, у вас нет плана. Вы на самом деле всего 80%, вернее, всего 80% не пишут план. Всего 20% пишут. И это и есть успешные люди, которые пишут свой план с вечера или рано утром. Ну, они встают в 4, в 4:30. На самом деле есть такая книжка классная «Магия утра». Ага. Вот. И вот там вот описано, как за час ты можешь очень много сделать. Это и расслабиться, и получить медитацию сделать себе, и вспомнить о своих целях и планах, и привести себя в равновесие, принять душ, там, сделать, может быть, какую-то небольшую там, не знаю, зарядку. Да, ну, тобто, щоб знайти час на себе, треба все одно все планувати і зробити навіть до цього етапу підійти з головою. Так, абсолютно. Якби ще, дівчата, спрацювало те, що ти з вечора ставиш будильник і зранку ось цей стрес від цього дзвоника, було б класно. Я б хотів би запитати таке. Буває, от вихідний день, так, уявляємо зараз ситуацію, і коли ти прокидаєшся, начебто ти розумієш, що цей день ти можеш присвятити тільки собі і своїм справам, а ти лежиш на кроваті і навіть не рухаєшся. Скажіть, це нормально чи це вже певні якісь психологічні ускладнення? Ну, вообще, смотря, чем вы занимались до этого дня. Если, ну, якщо насыщенное життя было. Да, таке. Если у вас очень много физического нагрузки, вы в зале там работаете, вы работаете где-то очень подвижный у вас образ жизни, то, конечно, полежать в выходной. То есть важно для отдыха это смена деятельности. Если вы сидите за компьютером постоянно, то ваша смена деятельности, ваш отдых будет... физические нагрузки, упражнения. А лучше, ну, мы не очень любим там какие-то сверхзадачи, хотя бы 30 минут пешком. То есть если вы за компьютером, или если у вас интеллектуальный вид деятельности, вы думаете очень много, 30 минут в день. Это, оказывается, для многих очень сложно выделить. То есть 30 минут для многих... я веду группы по нормализации веса, и оказывается, у людей там плюс 30... Нормализации, не похудение, а вот нормализации веса.
И люди, у которых перевес где-то 30 плюс килограмм, они мне говорят, как 30 минут в день пройти пешком, где я возьму время. То есть ого, 30 так. минут в день большинство не может пройти. Вот. Mm. Это как бы, поэтому если вы интеллектуальный труд имеете, как бы все время нагружаете свою голову, то нужно нагружать тело для отдыха. Тобто балансувати. Да. Mm-hmm. Если же вы очень много физически работаете, если вы так. на стройке работаете, то, конечно, если вы лежите целый день, mm-hmm. ну, тело нужно восстановить. Это как-то mm-hmm. нормально. То есть противоположная такая отдых зависит от того, чем вы занимались mm-hmm. этот. А я б хотів би от уточнити такий момент. Ви сказали саме таке запитання, а де я знайду ці 30 хвилин? Mm-hmm. З психологічної точки зору, чому нам не вистачає часу? Ну, от я навіть по собі багато разів помічав, що у мене от є певний план задач, які я повинен зробити, і буває таке, що я не встигаю. Uh-huh. От з чим це пов'язано? Ну, ви, как бы, когда вы не успеваете, ну, в общем, это чуть-чуть с планированием вопроса, вы на себя набираете больше, чем можете, то есть вы не оставляете немножко там какого-то времени в запас, ну, вы хотите успеть много. Так, вот. Ну, классика. Да, да. Ну, на самом деле нет, вы входите в те 20%, которые пишут свой план, и значит, вы успешны. Будете однозначно, может быть, уже я как бы историю не знаю, но я думаю, что да. Вот, потому что неуспешным нельзя быть, если ты планируешь, если ты ставишь себе цели, если ты видишь себя через 3 года, вот, ну, вот картинку себя, и тогда вы, ваш день становится меньше стресса. Вот, допустим, если вы запланируете себя через 3 года, вы посмотрите на свой план, а что же здесь можно вычеркнуть? Так. А что же не приведет меня к моей там... к шикарной цели, где я там вау. То есть и вот это нужно вычеркивать. А оставлять 3 дела, которые вас приведут к этому, ну, к результату. И когда вы достигаете, ваша самооценка повышается, ваш стресс уменьшается. То есть вы становитесь более уверенным, более эффективным. То есть оно вот как бы звенья одной цепи. Так, и мы тут, вы знаете, дуже так обережненько, але підійшли до досить такого поширеного явища, коли от людина, навіть якщо вона пише собі план, так, з чимось вона не впоралася, і ось шкала стресу підвищується, тому що починається, що ой, я не здатен зробити те, я не змогла зробити те, і потім і до плану навіть руки вже більше не доходять, тобто людина розчаровується. Як бути в такій ситуації? Ну, это тоже перепланирование, ну, вот разочарование, почему мы, вы говорите, вот мы не я не успеваю, мы очень часто отвлекаемся на задачи, ну, другие, чужие задачи. Но человек не может делать 2 дела, ну, может, но это считается все равно как бы неэффективно. Он может делать только 1 дело, и всегда мы должны выбрать, что мы выбираем для... как более эффективное дело, и тогда мы говорим, извините, я не могу. Извините, я не смогу прийти на вашу вечеринку, ну, потому что у меня задача. То есть нужно делать выбор, и тогда у вас немножечко с планированием улучшится. Но тобто мы про приоритеты зараз. Да, про ранжирование как бы важности задач. То есть мы берем более важные задачи. А главное, даже не столько важные, сколько будут приближать вас к цели. То есть тогда у вас эффективность возрастет где-то на 30%. А ось ще цікавий момент про те, що, знаєте, ми говоримо про відпочинок зараз, наприклад, в робочий день, трішечки відпочили. Якщо, наприклад, це ось такий марафон по роботі був десь протягом тижня, протягом 3 тижнів. І потім є варіант. Або все ж таки пролежати вдома, так? Або тебе там просять друзі піти погуляти, і тобі наче якось так і не хочеться. Але в той самий час ти розумієш, що це ось та можливість начебто і відпочити, і отримати якісь емоції. То що краще для відпочинку? Це отримати емоції? Чи це все ж таки залишитися вдома в спокої? Ну, здесь, наверное, во-первых, от возраста зависит. Если вам мало лет, то тогда, наверное, вы отдохнете с друзьями. Если же у вас очень насыщена именно людьми как бы работа, то, в общем-то, отдыхается лучше на природе. То есть на даче природа отдает энергию, и вы ее принимаете. А люди иногда ее забирают, эту энергию. То есть вы можете устать больше. Вот. Но если это, ну, там, человек 18
15 лет, как бы, или 20, вот, и он там потусит, ему там весело, ну, возможно, на природе с камином ему будет не очень комфортно. То есть это зависит, но это тоже точно так же, вы отдыхаете, лучше отдыхать противоположно тому, как ви работаєте. Да. Ага, тобто це, в принципі, залежить від людини, або можна навіть, там, не знаю, 18 років хотіти побути одним, да, так? Да. І це нормально. Це нормально, це навіть дуже хорошо, тому що іменно в одиночестві ми вспоминаємо себе. Ага. То есть, вот, когда, вот эти 30 минут утром в день, когда все еще спят, вы в этот момент наконец-то можете подумать о себе, потому что все остальное время вы будете думать о других. Тобто, знаєте, тут така річ, яку я важливо зрозуміла. А ми чуємо про цю магію ранку, про рано встати, тому що так роблять всі, це модно, блогери, тому подібне. Але по суті, це просто можливість, поки місто спить, побути з собою наодинці і поговорити. Так, так? Этого времени у вас за день не буде в основному. То есть вас как бы по кусочкам каждый возьмет себе. И от вас вы можете это перед сном сделать или рано утром, пока все город спит. Вот. И пока город спит, вы тогда, ну, подарите себе эти 30 минут. Все остальное время ви подарите другим. Клас. Ви знаєте, дівчата, я от зараз спостерігаю за нашою бесідою і зловив себе на думці, що протягом дня, так, от ми ж втомлюємося, люди забирають енергію, це ні для кого не секрет. І не, ну, м'яко кажучи, не завжди вдається так, хоча б там 2 години навіть на вихідних приділити собі. Чи є якийсь спосіб саме протягом робочого дня, хоча б хвилин 20-30, але відпочити? І якщо так, то як правильно з психологічної точки зору саме відпочивати? Ну, мои клиенты, вот они тоже очень, потому что я работаю с бизнесом, то есть у меня клиенты очень заняты, вот, они берут консультации в обед, например, да, в обеденный перерыв, и, в принципе, обеденный перерыв вы можете использовать для себя, то есть это тот момент, когда вы просто говорите, у меня обеденный перерыв, и выходите хотя бы в парк, хотя бы в сквер, хотя бы куда-нибудь, где, ну, чуть меньше людей, вот, и тогда вы, ну, вам важно как бы посмотреть на какие цвета вокруг, какая температура, вот, открыть другие рецепторы. Тобто сконцентруватися на якихось зовнішніх, внешніх об'єктах, ну, природних, там, не у кого яка машина і як мені її купити, да? Вот. А на цвітах осені, наприклад. Тобто таким образом ви успокаюєте свій мозок, відкриваєте нові рецептори, вот. І, звісно, є, ну, якщо вдається там закрити очі на лавочці посидіти. Ну, зараз, вот, наприклад, у мене на странице Facebook дуже багато питань, зв'язаних з сезонною депресією. То есть сезонная осени, так, всем печально, грустно. Вот. Или же сезонная депрессия – это когда зима и переход в весну. Вот. Людям печально, потому что мало солнца. И вот любой день, когда есть солнце, вот желательно в обед сказать, я отдыхаю в свой обед, для себя сказать. Так. Конечно, люди не это. Вот. И посвятить хотя бы час, ну, 30 минут тому, чтобы, ну, самому себе. Вот это вот, не знаю, побыть на солнце, само солнце уже снимает депрессию. 3 дня на солнце, ну, сезонную депрессию, так, зрозумів, не клиническую. 3 дня на солнце, вот уезжают, солнцетерапия называется, 3 дня, и у вас меняется настроение. Класс. Поэтому вот бразильцы, да, они все время счастливые, ничем не озабочены. Да, вот им солнце греет, и они все время счастливы. То есть на самом деле солнце, которое вы даже зимой выйдете и посмотрите на него, у вас уменьшится депрессия. А от таким чином, з таким підходом, можна якось попередити емоційне вигоряння на роботі? Ну, чи це все ж більш складніша тема? Это, да, это отдельная тема, она очень сложная, с ней очень много по ней запросов. Люди просто через одного пишут о выгорании в группах психологических, где нужна поддержка. Выгорают очень сильно, вот именно потому, что мы перепланируем, цели не имеем, мы просто вот врываемся в этот поток, нас там вот как бы, и мы просто истощены в результате. Вот. И так как мы плохо планируем
вот себя там через 3-5 лет, мы бежим, а потом куди ж ми взагалі біжимо? Тобто, а зачем ми так бежимо? До речі, так, це важливе запитання, яке навіть інколи відповіді немає. Да. Тобто, взагалі, якщо підсумувати, ми розуміємо про те, що навіть, щоб знайти час на себе, потрібно з вечора спланувати, щоб у тебе був цей час. Краще це робити зранку і все ж таки не планувати собі космічне щось, так, а силу своїх можливостей, щоб потім себе за це не сварити. Ми вам дякуємо, тому що дійсно зараз розібрали по полицях, знаєте, чітко, лаконічно і зрозуміло. І сподіваємося, нашим глядачам так само зрозуміло, як все ж таки тепер прокидатися зранку, не стресувати, для чого то взагалі робити і знайти час на себе. Знаєте, друзі, так, навчіться правильно відпочивати і іноді навіть варто свої пріоритети поставити саме на перше місце для користі, перш за все для вас. Дякуємо всім за перегляд цього відео. Сподіваємося, що вам сподобався наш контент і обіцяємо, що правдива інформація завжди буде на YouTube-каналі «Правда тут». А мене звати Ангеліна Таран. В перервах між переглядами наших інтерв'ю варто підписатися на наш YouTube-канал, поставити лайк і написати приємний коментар.